По случаю открытия новой интерактивной читальной площадки на автобусной остановке возле Центральной библиотеки устроили настоящий литературный праздник. Гостей приветствовали дикторы по радио, звучали славянские мелодии и песни. Писатели и поэты литературного объединения «Парус» представили замечательную поэтическую программу, читали авторские произведения и классиков. Своей статью все пригожие, все разные и все похожие, зовется ныне россияне, издревле кто мы славяне. Многие прохожие становились слушателями и участниками праздника, знакомились с книгами на передвижной книжной выставке «Величие слова славянского», беседовали с писателями, брали у них интервью и автографы. Читающая остановка – необычный проект, который воплотила в жизнь Анапская центральная библиотека. Похожие есть и в других городах и призваны повысить интерес к чтению. Сделать литературную остановку можно будет на протяжении всего лета. Библиотекари обещают много интересного. Прямо на остановке мы выкладываем книги здесь на лавочках, и каждый читатель или прохожий, проходящий мимо, может подойти, почитать книгу, поменяться книгами, поиграть. Будет интерактивная площадка для детей, так что приходите, в течение лета эта остановка будет работать, приглашаем вас.